Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать на канал EGENS23. Сегодня мы покрутим прекрасную женщину, которую зовут Арлекина, она же отец. Кто-то ждал ее с 2.8, кто-то ждал ее с 4.0, а кто-то ее ждал с 4.5. Естественно, людей много, круток будет тоже, надеюсь, много на этом аккаунте. И давайте посмотрим, сколько у нас получается гемов. Вон, да тут даже не забрали. Вау. Ничего себе. 63 тысячи. Охренеть. 81 ивентовая. И 101 стандартная. Вау. Просто вау. Ну а мы приступаем к руткам. Пожелаем нам удачи. Огромной удачи. Надеюсь, нас не засканят. Давайте начнем со стандарта, как раз с разогревочных круточек. Раз, два, три, пошли. Может, там с ивентового баннера что-то упадет, обычно с баннера новичка, кроме Наэль, в принципе, может быть, упадет, а может быть и нет, посмотрим. Наэль сразу. Ну, в принципе, пока что вот такие пироги. Ну-ка. Леги нет, хотя она просвечивалась, скажем так. Интересно. Ну, дай... О, Сахароза на начальник. О, разу. Это да. Ничего себе. Хороший комплект. Особенно Сахароза, которая мне не падает. И такое тоже бывает, да. Давайте стандарт. Машлега. Сразу. А, нет. Не хочет. Однозначно. С опачки. Мемы. Ой, Фавони еще. Ой. Ой, как тут и церемонялки, и Фавони. Мне тут нападали. Что-то они меня не игнорят. Ну-ка. Ого, Лего! Это какая 20-я? Сейчас сюда! Вау! Я радуюсь, Чиче. Господи, многие там... Ой, господи. Ну, в принципе, если бы это была основа, я бы тоже негодовал. Но, в принципе, Чича тоже неплохо. Павони и в руки. И вперед. Может быть, это? Еще вторую легу? Компенсации? Нет? Ну, Чича, блин, на старте. Сильно. Ой, если бы была вторая лего, то 20 круток, это было бы сильно. О, Куки. Юнзэнь, у нас то что, этот парад четверок, ё-моё. Очуметь. Вау. Ничего себе. Четверок новых прям сыпет. На это так. Ё-моё, сейчас бы лего вылетело, я бы вообще улетел бы в стратосферу. Павоний. Ух, да, ну напугали меня. Кирара? Вау, а ты-то откуда? Что с фиолками сегодня? Вау, просто вау. Мы даже с Шедом крутили, к сожалению, не записался ролик. Блин, там столько фиолок было в оружейном. Да и в принципе в самом баннере было довольно-таки приличное количество. О, еще один Фавоний. Как много Фавониев. Ой, Куки и C1. Вот это тут... Подождите, а что с крутками-то сегодня? Да, вообще, просто жесть. Ух, прям это... Не знаю, это прям жесть какая-то. Лов не подобрать, Розари. Вау. Здравствуйте. Шарлотта, а ты откуда? Ничего себе! Что с четверками происходит? В смысле? В смысле, ты это видел? Это видел? Вау! Тут четверок прям сыпет! Я не знаю, как это, блин. Как это получается? Как? Как это так много четверок, блин? Охренеть! Я в шоке сейчас сижу. Еще один Фавоний.
У меня, наверное, целая коллекция фолониев имеется. Или нет? Не знаю. Давай еще купим это. Тот же 5, чтобы было 2 десяточки. Ух, Лего прям вообще. Жесть, меня напугало Лего. Так, скип и Розария C1. Интересно, конечно. Да, понятно. Вау. Тори, а ты это откуда? Откуда тут это, блин, ребята нападали? Вау. Жесть. Ладно, давай скипнем. Жесть. Что за парад четверок, господа? Я не понимаю. Это просто что-то с чем-то. И естественно, мы будем крутить госпожу отца. Она же хранительница всего-всего. Вашего дома очага. И вот семейки вместе с Линей. Но Линей мы крутить не будем. Будем крутить прекрасную женщину. Добьем ли мы C6 вот с таким количеством круток? Я не знаю. Ух, ну надеюсь на лучшее. Так что давайте. Ребят, 3, 2, 1, поехали. Первая десятка. Лига летит, первая десятка! Что происходит? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Первая десятка! Орликина! Орликина! Вот это да! Вот это да! О, мой год! Вот это да! Вау! Хо-хо-хо-хо-хо! Мать моя женщина! Первая десятка, Лего! Вот это ты творишь! Что ты творишь? Вау! Ух! Ладно. Пока оставим так. Пошли крутить сигну. Ух ты, что творишь? Ох, пошлите сигну крутить. Вот это первая десятка Лего, вот это было жестко. Вау. Так, бензопила. Ух ты ж вообще. Вот это да. Ух, это прям вообще. Вы не представляете, как я сейчас в шоке сижу. Ух. Хейдза. C1 уже. Очко. Понятно, куда мы движемся. Вау. Как много сыпет фиолок. Как много сыпет ранних лек. Это ж просто писец какой-то. Ужас. Это вторая десятка. Я давай скипну. Синьянь. Вау. Довольно редко падает, кстати. Третья десятка. Хочет мне Легу дать. Хочет, но не дает. Такое тоже бывает. Вау. Просто вау. Еще очко. Больше очка. Больше очка, я говорю. Просто больше очка надо. Или не надо? Да я не знаю. Но надеюсь, что не будет очка. Ну давай, Лего, ну харе тянуть. Харе. Тогда сыпь фиолок, блин, что ли. По одной или по две. Лучше желательно по две. С таким-то... О, верфь. Полезная четверка. Меч на хп для куки прям вообще здоровски. Вау. Ну уже должна быть Лего. Да, скип. Повони. Ладно, давай в магазине это купим еще. И будем крутить потихонечку, по одной. Скип. Ничего. Будем потихонечку. Лук Лини. Вот это да. Неплохо. Мы крутим дальше. Да, прям вообще. Я удивился. Фух. Женщине нужна сигна. Как ни крути, как ты не вороти. Барбара. Самый страшный сон для фикса по очку и Барбара. Да, это да. Ну, может, дашь раннюю? Не-а, не хочешь? Жаль. А я так хотел раннюю.
Но, видимо, нам C6 не видать. С таким-то крутками, с камнями. Уи. Просто уи. Ну дай уже легу, харе тянуть. Давай, скип. Повони. Давай, самый стандартный ритуал. Нет, у инвесты в интере. Так, пусть будет так. А куда я нажал вообще? Опять мисклик. И такое тоже бывает. Ну что, погнали дальше. Ну уже Лего должна быть. Розария. Еще одна. Ну давай, Лего, пожалуйста, не тяни. Ну не тяни, харе тянуть. Или это скам за то, что я вот так вот вытянул жестяные леги? Прям вообще. Жесть. Что ты творишь со мной, гача? Лего. Седьмая десятка, да? Я черт его знаю. О, синтю. Копье! Копье, ура! Ну, хотя бы со второго. Блин, ну было прикольно. Ух. Просто жесть. Немного подзаскамила ты меня. Ну ладно, ну ладно. Надеюсь, ты, женщина, меня не заскамишь. Ух. Так, давай дальше. Ну, давай. Ясненько. Фавони упал. Фавони — это хорошо. О, Фавони прекрасно. О, Линет. Вот это лютый скип. Сразу по скипу. По зову скипа. Мне это нравится уже. О, Сянка. Здравствуй. Фримине, а вот ты вон, дорогой мой, фримине. Вау, еще Сянка, как много филолог-то сегодня, а? У нас еще 300 круток. Жесть, Леги нет. А Лего не летит, почему, не знаю. Она перестала меня любить. Жесть. Так, Фавони. Скип. Ничего. Ух, давай, женщина, лети сюда. Пора бы уже. Линет. Позови своего отца, пожалуйста. Отец будет гулять сегодня? Было бы неплохо, если бы прогулялись. Ничего не падает пока что. Излег? Ну-ка, Лего. Ну давай, Лего. Ну блин, давай, скип. Опа, две филочки. Круто. Но сейчас-то должна быть, да? Верно? Ну, вот и она. Дай сюда, пожалуйста, побольше лег. Ну. И. Что там? Мона, здравствуйте, здравствуйте. Фагусан, а то-то откуда? Серьезно? Так, у нас Гарант. Да, тут, конечно... Что сказать? Ну, Мона, я не расстроен, в принципе. Очень даже хороший, полезный перц. Очень много фиолок. Прям очень много фиол, как минимум две я вижу. Бывает и одна, но, блин, в основном две, три. Жесть какая-то. Мистика какая-то, реально.
Еще Сянка, как ты много падаешь-то сегодня? Вау! Ты даешь, Сянка? Я сбился с какая-то десятка, в принципе. Давай, скип. Линет. Ты только на, либо на скипе, либо сразу первый приходишь. Интересно, у тебя выбор. Вау. Ну давай. Приминная. Еще давай. Еще фиалка будет? Или нет? Походу нет. Сглазил я свою удачу. Либо я уже все потратил. Но уже Лего где-то должна быть близко. Она где-то уже рядом. Я вот это чувствую. Чувствую это. Это чувствую. Фримене, скип. И одна фиалка. Ну, ну. Госпожа отец, пора выходить. Что-то вы скамите. Хотя вы так это с первой десяточки мне выпали, и все, и прям зашибись. Ничего не скажу. Коклокал. То, что нужно. О, ну. Не Лего? Серьезно. Мне уже тянет прям до харда, что ли? А вот теперь Лего. Вау. Ребят, это индец. Ну, C1. Вау. Это вау. Может, две леги в десятке? Ну, давай, ты уже меня заскамил сегодня. Ну, харе, дай мне две леги в десятке. И, ну, Сянка тоже лего, но... Хотелось бы еще одну. Так, давайте поменяем дислокацию. Вот что-то нам не везет здесь. Что-то не то. Вот здесь, например. Да. И поменяем на госпожу Арлекину. Вау, как она выходит. Довольно симпатичная анимация. Довольно симпатичная анимация. Ей вручим сигнатурочку. Держи. Бамс, 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 бамс. И вот тебе коса. Вот это да. Ух ты как. Как медленно, завораживающе. Ух. Давай, приди. Раннее. Нет, скип. Бесструнный на фишку. Классика жанра. Видимо, она хочет медленно приходить. Очень медленно. Капец как медленно. Именная. Сёнка! Ой, вот это да. Две фиолки. Чисто по стандарту. Но я бы не сказал последние 40 круток, что там были две фиолки. Там, в принципе, по одной было. Вау. Ну-ка, как будет фиолка, надо скипать. Так, скип. И ничего. Ну давайте. Отец. Я, конечно, не маргинал, но можно, пожалуйста, прийти. Там много фанатов Арлекина хотят, чтобы вы на них наступили. Ну, Лего, когда? Когда скип? Одна фиолка. Ну-ка. И снова нет? Ладно, давай скип. Бамс. И две фиолки. О, уже Фримена C6. Линет что-то редко падает. Не заметили? Мне тоже кажется, что редко. Один Фримене до Сянка. Мне осталось только такой. Куда делись крутки? О, Лего! Ура! Ой, сейчас Дамин меня убьет за это. Здесь кека есть. Где у него кека? Дайте Дамину кеку. Дайте Дамину кеку, пожалуйста. Сюда Арлекина. Это что такое? Хуеверсы. Что происходит? Почему кека здесь, а не у Дамина? Я требую кеку Дамину. Пишите в комментариях. Кеку Дамину.
Вот это раннее сюда! Вот это да, 10-я крутка, вот это да! Ну, формально это две лиги в десятке. Ой, Линнет здесь. Может, две лиги? Вот это да! С2 уже. Ну, тут на С6 мы уже не выбьем. Лиги уже не так сильно падают. Вот это да! Просто вау, ребят! Я прям бегаю по комнате с микрофоном, жесть, и кликаю мышкой. Линет аж выпала. Ух ты, как ты редко падаешь, а, Линет? Скажи мне. Еще одна голова! Давай сюда С3! Сюда С3! Давай-давай-давай! 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 Отец! Джокер, у меня тут стандартный этот водопад, блин. Джин! Вот это да! Не, ну у нас С3 точно будет. Наверное. Если, конечно, ранее там не случится. Ну все, сыпет. Вау. Так, вторая десятка. Ух. Вот выпадет ли Линет С6? Вот это вот прям интрига сейчас. Все остальное не имеет никакого значения. Еще одна очередная сянка. Линет С6 будет? Будет ли Линет С6? Мне вот интересно. Скип. И ничего. Так, ну-ка давай, женщина, приди. Женщина, приди! Скип. Коклокл. Ладно, мы приближаем этот момент. Лего уже близко. Она прям близко-близко. О, Линет, сюда. Давай-давай-давай, Линет, падай-падай-падай. Ух. Жесть. Прям жесть. Так, продолжаем. Ух, погнали. Скип. Линет. Ну-ка, давай, С6 будет? Дай мне С6 уже, пожалуйста. Лего, Лего. А, нету леги. А, это плохо. Зато сянка. Давай, 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 давай. Ой. Ну! Ой, 60 гемов. Но зато у нас есть кэшбэк. Порядка 39. Ух. Ну, тут уже С3 должна уже прийти. Вот она! Давай. Может, две леги в десятке? Может, С4 будет? С3. Сюда. На стол. Временные очередной. Но прям падает. В принципе, можно выбить. Ну-ка, 29. М-м. Скип. Драконий рык. На кеку пойдет. Там люто. Нет, не хочет давать мне лего. Прям не хочет. Отказывается мне давать лего в любой эпостасии. Это вообще жесть. Сянка, скип. И ничего. Давай, докрутим. Баннер, как настоящие борцы. Десятка. Леги нет. Бамс, еще сянка. Давай купим еще одну круточку. Будем ползти до последнего примагема. Леги нет, но мы ползем. Ну-ка. Лего, 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 лего. Нету леги. О, блин, ребят. Ну что я могу сказать? С3? Сигной? Еще есть лучок.
лук, лучок. Вот. Дадим тебе, Фарузан. Потому что ты меня больше... Одна из самых удивленных, скажем так. Вручаю тебе торжественно лук. А тебе, Кека... Даю тебе драконий рык. Все-таки ты тоже это заслужила. Чуча, а что тебе? Тебе ничего, кроме прототипа злобы, я тебе не дам. Вот это крутки, ребят. Как вам? Надеюсь, вам все понравилось в этих крутках. Они вас поразили, удивили. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи вам, пусть вас не скамят. Пусть вам прилетают ранние леги. Пусть будет даже две леги в десятке. Это будет вообще сногсшибательно. Так что, ребят, увидимся с вами на просторах Тейвата. Всем пока-пока.